Рада видеть вас у себя на канале. Меня зовут Мария. Это видео я посвящу своим домашним растениям. С ними что-то в последнее время произошло, не знаю, что делать. Как-то им то ли холодно, то ли у меня рука тяжелая, но некоторые из них уже погибли, что-то пожелтело. Вот этот цветочек прям сильно изменился цвет. Не знаю, что происходит. Хотела все пересадить, подрезать, подкормить. Купила новые горшки. И, в общем, это все будем делать вместе с вами. Сегодня мама приезжает, и я хотела попросить, чтобы она мне помогла. Она с цветами дружит очень давно и находит с ними общий язык. Поэтому, думаю, может, с ее легкой руки у меня все получится, начнет наконец-то хорошо расти и развиваться. В общем, оставайтесь в этом видео. Я надеюсь, оно получится полезным, интересным. Ну и надеюсь, у меня все получится, и мои цветочки выживут и будут меня радовать. Начнем с орхидеи. Сейчас у меня их две. Одна очень старая, ей уже 8-9 лет. Другая совсем новенькая. Муж недавно подарил, но она уже отцвела. Сейчас у мамы в руках старая орхидея. Весной я еле-еле ее спасла. Она буквально оставалась одним листочком и одним корешочком, но выжила благодаря подкормкам, пересадке. Но из-за неправильного грунта орхидея немного подгнила. Дело в том, что в нем было именно много грунта, а не коры. И получалось, что он сильно задерживал воду, и корешочки подгнили. Мы их обрезали, обработали перекисью водорода. Она отлично с гнилыми корешками справляется. И, кстати, я купил для орхидеи очень классные горшки. Горшки двойные, вы в этом горшке сразу можете полить орхидею, не нужно будет таскать ее, пристраивать в специальное место для полива, сразу поливайте, ждете 10-15-20 минут, пока корни пропитаются водой, убираете лишнюю воду и, пожалуйста, вас также ставите, у вас уже сухой горшок, и все очень удобно и красиво. В этот раз я купила грунт, состоящий из одной практически коры, надеюсь, в этот раз орхидее все понравится, она наконец-то пустит стрелки и начнет расти, и подкормлю я их чуть-чуть попозже, они должны недели две освоиться в новом грунте, а потом уже можно добавить. У новой орхидеи мы нашли губку, которая наверняка пропитана разными удобрениями и витаминами, чтобы красиво орхидея росла и привлекала покупателей. Не знаю, хорошо это или плохо, но по логике, если вовремя не убрать губку, растение может переносить с элементами и удобрениями и начать наоборот чахнуть. Следующим мы пересаживаем драцену. Никаких проблем с этим цветочком у меня пока не было. Достался мне за какие-то смешные 250 рублей. И мне, если честно, он очень нравится. Иногда у него подсыхают кончики листьев, но я думаю, что пересадка эту проблему решит. При пересадке решит. Мы решили использовать дренаж. Я считала, что он хорошо влияет на влажность почвы, ну и в целом на растение. Плюс я его еще захотела насыпать сверху, потому что открытый грунт не так красиво смотрится, а когда камушки, это все намного аккуратнее выглядит и интереснее. Следующий цветок — это диффенбахи. Я недавно его купила, буквально полторы недели назад, и он сильно пожелтел и изменился цвет. Я не знала, что произошло, но когда мы раскрыли, то в нем оказалась такая же губка, как и в орхидее, пропитанная всякими наверняка питательными элементами и веществами. И я думаю, что это произошло из-за нее. Мне, видимо, нужно было прям прийти и сразу его пересадить. Я просто хотела собрать все в кучку, все цветы, и пересадить их одним разом, но нужно было это сделать, видимо, раньше. Но мы все обрезали, обработали перекисью водорода, опять же, корни, чтобы как-то оживить цветок, и надеюсь, что он отчахнет. И еще одна пальмочка, которую, видимо, спасти уже не удастся, она жила у нас с весны, и все было хорошо, но в один зимний день я увидела, что все листики опали. Сразу поняла, что она, видимо, застудилась, заморозилась, стояла она не на самом окне, но возле, но, видимо, этого хватило, потому что морозы были сильные. В итоге мы решили дать растению еще один шанс, отрезали все лишнее, поменяли грунты. Корни оказались вполне жизнеспособны, возможно, что-то и получится. Заказала какие-то хорошие удобрения и обязательно расскажу, если они сработают. Еще хотела попробовать завести суккуленты, посмотреть, как они будут чувствовать себя у меня дома. И я знаю, что многие их даже коллекционируют, выглядят они неплохо, посмотрим, как оно пойдет. Надеюсь, вам понравилось это видео, спасибо за лайк и подписывайтесь на канал.